Безопасность в общественных местах обеспечивать стало проще. В торговом центре «Грант» завершили установку камер с системой распознавания лиц. Устройство способно отслеживать каждого входящего и соотносить его лицо с базой полиции. Сервер сможет определить, поставить распознаватель лиц и дать команду о том, что в торговый центр вошел нежелательный посетитель. Сотрудник контроля в режиме онлайн тут же получит эту информацию с сервера на смартфон. Эту информацию моментально передадут диспетчерам, которые по камерам отследят перемещение человека и, если необходимо, оповестят о местонахождении правоохранительные органы. Познакомиться с технологией и проверить работу пришли члены движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Юлия Яшкова и Игорь Абдулаев. Это камера с функцией распознавания лиц, с функцией распознавания номерных знаков для автомобилей. Это антитеррористическая защищенность. Всего в торговом центре установлено порядка 500 камер на каждом этаже и на всех входных группах. За полгода работы система доказала свою эффективность. По словам генерального директора, поймать преступника таким образом удалось уже 3 раза. Благодаря видеокамерам у нас в городе раскрывается большинство преступлений. Чем больше будет камер, тем будет безопаснее в нашем городе. На сегодняшний день 34 торговых объекта оснащены камерами видеонаблюдения по программе «Безопасный регион».